Парту в честь почетного жителя города Красноармейска Германа Яковлевича Демина в торжественной обстановке открыли в Центре образования номер 2. На праздничное мероприятие приехал депутат Московской областной думы Михаил Ждан, присутствовали педагогический состав и ученики школы. Вы должны делать добрые дела, ребят, друг для друга, для старшего поколения. Это просто будет приносить и вам радость, и радость обществу. И знаете, что место подвигу всегда есть в нашей жизни. Герман Демин в 1941 году добровольцем ушел на фронт и воевал в составе 17-й дивизии народного ополчения. Награжден орденами Отечественной войны, Красной звезды и медалями трех степеней. Герман Демин – автор проекта «Памятник героям-летчикам ТБ-3», один из авторов мемориала Победы в Красноармейске. В 2003 году его имя занесли в энциклопедию «Лучшие люди России». Герман Яковлевич Демин ушел из жизни 27 июля 2013 года. Человек достойный, было приятно видеть, как ребята с гордостью, очень с большим чувством переживания сегодня открывали эту парту. И я уверен, что наша молодежь будет чтить память героев, проживающих на нашей родной земле, и передавать более молодому поколению свои знания. Проект «Парта героя» реализуется в нашей стране с 2018 года. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие определенные успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы. Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и ветеранов труда. Проект «Парта героя» очень важен для детей. Наша задача – развивать гражданско-патриотическое воспитание в школе и чтить память героев Великой Отечественной войны. Я считаю, это святой долг каждого жителя и тем более молодого поколения. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.